Уважаемые любители моих небольших роликов и читатели моих книг, должен вас порадовать. Вышло четвертое, правда, стереотипное издание «Изменчивости и гениальности», но с неожиданной обложкой. Может быть, вам она даже понравится больше, чем те синие, желтые, зеленые кружочки. Значит, но сегодняшняя наша тема отчасти только связана с этой книгой. Я имею в виду «Изменчивости и гениальности». Больше она имеет отношение к книге «Церебральный сортинг». Дело в том, что в настоящее время огромное внимание уделяется цифровым технологиям, и, как вы знаете, здесь споры ведутся очень серьезные, иногда нелицеприятные. Но действительно, цифровые технологии дают нам огромные возможности, в том числе и смотреть эти маленькие ролики. Но, с другой стороны, та тенденция, которую мы видим, реализация этих цифровых технологий, уже, в общем-то, обнулила наше образование, которое в результате введения различных способов цифровизации, это в первую очередь ЕГЭ, это что такое? Это педагогика в чистом виде, когда цифровой способ оценки человеческих знаний, что невозможно, поэтому это способ убийства образования в прямом смысле этого слова. То же самое наука, когда у нас наука оценивается методом педагогическим. Каким? Это так называемая цифровая оценка качества научных публикаций. То есть, если вы публикуетесь в рамках западной парадигмы в западных журналах, то наше государство вам доплачивает деньги, чтобы никаких новых мыслей у вас ни в коем случае не возникло. Только те, которые принимаются на Западе. Их продолжают, развивают, углубляют. Поэтому, ну, понятно, что все, кто, так сказать, соответствует западным стандартам, ну, правда, похуже, пониже, но они же только дополняют, они имеют огромные преимущества. А те, кто не соответствует, никаких преимуществ не имеют. Кстати говоря, и зарплаты от нашего правительства тоже. То есть такая вот продажа всей науки на корню. Ну, и искусство то же самое. Какие критерии в искусстве? Эффективность коммерческого фильма? Ну, меня простите. Очень многие фильмы могут быть некоммерческими, но оказывать колоссальное воздействие на население страны. И так и было всегда. Поэтому про искусство это отдельный разговор. Но этого, кажется, мало. Мало то, что у нас медицина тоже цифровизуется. То есть там вас лечить будут скоро по телевизору, как обещают в телемедицине, и ставить диагнозы. Ну, прекрасный способ. Хотя, мне кажется, надо больше развивать местную медицину, локальную, те самые пункты фельдшерские, те самые местные больницы, которые закрывались последние 10 лет. И на коронавирусе мы получаем обратку. То есть, иначе говоря, мы вынуждены это все строить, тратить колоссальные деньги. Мне кажется, надо взять их у тех, кто осуществлял до этого развал этой самой медицины. Все фамилии известны, выступления записаны. Но перейдем к самому интересному. Дело в том, что в моих выступлениях я в основном интересуюсь не столько политическими, социальными процессами, в чем иногда меня обвиняют, как-то странно, сколько эволюционными процессами искусственного отбора мозга. Дело в том, что биологические процессы, они скрыты в нашем сообществе. Их не видно вот так, чтобы прям вот взял, посмотрел. Это что это вы закон такой приняли? Он соответствует или не соответствует биологическому прогрессу? Нет, конечно, такого нет. Это все происходит невидимым образом, и мы видим с вами только плоды. Ну и что же происходит сейчас? Сейчас огромное событие, которое, я считаю, просто переполняет меня гордостью за те эволюционные процессы, которые осуществляют отечественные чиновники, поскольку они проводники передовой эволюционной мысли, это создание ими уникальной вещи, единого федерального информационного регистра. Это прекрасное событие, открывающее новый этап в искусственном отборе людей. Зачем это было сделано? Это понятно по тому, с какой скоростью этот прекрасный проект закона прошел через Госдуму. Осталось только подписать президента. Прошел мгновенно, причем с какими статьями. Там, например, в статье 12 предусмотрена ответственность за данные, которые находятся в этом регистре. Это прекрасно. Почему же такой интерес со стороны чиновников, такая активная поддержка,
А с другой стороны, такое негативное отношение разных мыслителей и даже недомыслителей. В чем дело-то? А дело в том, что это такая последняя попытка спасти шею обладателей предыдущей конструкции мозга, той самой административно-командной, которая доминирует в нашей экономике, в списках Forbes, в нашем руководстве, доставшейся нам из советских времен. То есть те, кто хорошо знают, что это такое административно-командная система управления. Но, к сожалению, сейчас не работает, просто уже прошло это время. И сейчас пришли другие люди, о чем я многократно говорил, с другими конструкциями мозга, которых, к сожалению, придется поддерживать, содержать, кормить, давать им деньги. Иначе они такие штуки, как единый федеральный регистр, не создадут. Они создают, и это попытка защитить обладателей старых конструкций мозга с помощью всеобщего контроля, тотального учета, стирания отдельных людей. Понятно, что вы, если пропали из регистра, вас нет в природе. И никогда не было. Вставление туда новых, но те, которые неожиданно появились где-то там на Западе с молдавскими паспортами, и потом оказалось, что их нигде не было до этого. Они так материализовались. Ну, и знаете, что Молдавия – это центр производства паспортов любой страны. Так вот, возвращаемся к нашему замечательному информационному регистру как спасителю чиновничества в нашей стране. Они надеются, что эта система позволит им долго существовать, поставив под контроль все население страны. Ну, это наивная вещь. Но, тем не менее, поскольку они все-таки настоящие отечественные чиновники, такие ядреные, обученные в Оксфордах, Кембриджах, но, тем не менее, внутри-то мозги завернуты в кирзовый сапог. Поэтому они оставили себе маленькое окошечко. Окошечко находится в статье 8, пункте 2. В этом окошечко может пролезть как раз все 3 миллиона чиновников, которые у нас официально есть. И называется это замечательное окно «Государственная тайна». То есть те люди, которые находятся под прикрытием гостайны, не попадают в этот замечательный регистр и могут спокойно делать все, что хотят, нигде не регистрируя свои действия. Это замечательно. Ну, вы сами понимаете, что кроме силовиков туда, причем не те, кто сражается в космических скафандрах с демонстрациями, нет. Там, я думаю, что ниже генерала никто не попадет в это самое окошко гостайны. Но масса чиновников, у которых много денег, которые могут купить себе место в статье 8, пункте 2, и они купят это понятно, они будут неуязвимы. То есть их не будет в информационном регистре, что дает нам впервые в истории нашей страны создать глобальную систему надзора за этими людьми. Почему? Да потому что если вы встречаете какого-нибудь гражданина где-нибудь на улице, ну там в Ницце или в Москве, это не важно, и его нет в информационном регистре, то значит это кто? Это наш человек, то есть клиент или французского изобретения, связанного с декапитацией, или клиент электромонтажника советского разлива, или уж на худой конец участник реконструкции похода по Владимирке. То есть вот, собственно говоря, какие перспективы. То есть этот закон имеет негатив. Естественно, попасть в него очень плохо, потому что ну, все население попадет, это ясно. А с другой стороны, не попавшие – это уже справка о ценности этого человека для того, чтобы какой-нибудь электромонтажник с его помощью не пополнил государственный бюджет. Ну, ту же самую медицину, здравоохранение, науку или искусство. То есть, иначе говоря, принятие этого закона приведет к обратному результату. Появится впервые инструмент четкой идентификации людей, которые не хотят участвовать в строительстве нашей замечательной страны на честной основе. Поэтому, как у любого закона, есть и прямое, так и обратные действия. Посмотрим, что из этого получится. А так, советую вам поискать в новых законах те самые лазейки, которые окажутся губительными для тех, кто эти законы придумывает и проводит.
На этом до свидания, до следующей встречи.